такая, Уля. Держи меня. Хорошо? Нет. Что тебе надо? Тебе надо финишировать не ниже второго места, чтобы вообще выиграть на гран-при. Надо первым выиграть. Вот такая тоже политика правила. Какой карт? Третий. Третий? Да, как на первом финале. А у тебя какой? Че? Какой карт? Ну, седьмой, но по-любому будет пережеребьевка, и от 100% я добью. Результаты, ну, он очень тяжелый. Но все равно я сделал 59-84 я на нем сделал, но это очень сложно было. Его везде сносят. Слушай, ну ты офигенный пилот, если ты на нем сделал. Да офигенно. И меня обогнали, мне тут ничего офигенного. А вообще как вот приехал? Второй приехал. Ну надо, мне надо, блядь, четверку, а тебя на втором заезде.